Межпарламентское сотрудничество Казахстана и Парламентской ассамблеи Совета Европы усиливается с каждым годом. Сенаторы парламента нашей страны приняли участие в работе очередной летней сессии ПАСИ и поделились итогами этой работы с нашей съемочной группой в Страсбурге. Это очередная летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Повестка дня насыщенная. Это прежде всего вопросы безопасности. Она из сессии в сессию всегда. В этот раз очень интересный вопрос. Это будут и права детей. Была презентация казахстанской реформы, судебной реформы. И в том числе гуманизации уголовного, уголовно-процессуального законодательства. Мы много законов принимаем по синхронизации, значит, к стандартам сотрудничества и странами ОСР в том числе. У нас много различных договоров, как Евразийский экономический союз, также и мы синхронизируем все законы по странам ОСР, чтобы ориентироваться на их демократический путь развития.